Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня хотела рассказать и показать, чем отличается бутылка Magnum от бутылки стандартного размера. Здесь у меня одна из бутылок формы Бургундии, стандартная, которая в себя вмещает 750 миллилитров. А здесь у меня другой экземпляр, намного тяжелее, и тяжелее ровно в два раза. Форма бутылки стиля Бордо, которая в себя вмещает две бутылки стандартного размера. А это значит, что эта бутылка содержит 1,5 литра вина. Чем оно отличается от стандартной бутылки? Специалисты говорят, что определенные вина, которые подлежат выдержке в бутылке, лучше развиваются в более больших емкостях. И неоднократные сравнения и дегустации одного и того же вина, которое было выдержано в бутылке 750 мл и в бутылке 1,5 литра, отличались. Бутылка 1,5 литра дает свои другие характеристики тому же вину. Для чего удобна такая бутылка, помимо того, что она дает свои прекрасные характеристики вину? Это прекрасный выбор, если у вас готовится большая вечеринка. Вместо того, чтобы покупать 2 или 3 стандартные бутылки, вы можете выбрать одну большую бутылку, и вам будет достаточно на весь праздник. Сегодня это все. Выбирайте хорошие вина, и будет вам счастье. Пока-пока!